Дорогие друзья, хочу поздравить вас с большим праздником. С праздником 9 мая, с Днем Великой Победы. Победа великого советского народа над фашизмом, над коричневой чумой 20 века. За моей спиной находится мемориал 412-й батареи. 412-я батарея находилась в восточном секторе обороны города Одессы. Когда возникла угроза полного окружения батареи, контр-адмирал Жуков, который руководил обороной Одессы в тот момент, направил в помощь маршевые роты донецких шахтеров. Город Донецк на тот момент назывался город Сталина. Одесса отдала шахтерам все, что у нее было, все, что она могла. И все это было всего лишь 10 винтовок и по 6 гранат на каждом. Больше дать не могли, больше не было. Шахтеры выполнили свой долг, они отбили батарею, не допустили ее окружения румынами и немцами. И погибли в полном составе 250 человек в рукопашном бою, истекая кровью. Но не дали передышку 412-й батареи, не дали передышку городу Одессе, дали немного времени для того, чтобы провести эвакуацию Одессы. Мы должны беречь память о подвигах наших отцов, дедов и прадедов. Память – это то, что нельзя забрать у человека. Практически каждый бой с 41 по 45 год – это был подвиг советских людей. И мы должны об этом помнить. Еще раз вас всех с большим праздником. С праздником 9 мая, с праздником Великой Победы. Хорошо, спасибо большое. Алло. Да, еще хотел сказать и забыл. Если кто-то не знает, где воевали или где погибли, или считают пропавшими без вести своих дедов, отцов и прадедов,
Есть такой сайт, называется «Память народа». Люди провели очень большую работу, и на этом сайте отсканированы, оцифрованы все данные, практически архивы все, по каждому военнослужащему, каждому солдату, каждому матросу, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Там есть все. Когда призывался, где призывался, выписки, все это отсканировано, все это оцифровано, все это видно. Так что если кто-то не знает, где погибли или где воевали их родственники, на этом сайте можно найти полную информацию, практически на каждого.